район находится в устье Каменногорске. Вот так выглядит. Находится здесь. Вот она. А так вот район хороший. Здесь такие хорошие стоят. Вот в крайнем домике. Вот бытан, кажется. Здесь еще сухостой вот такой домик находится. Ой, еще лошадь на крыше. Вот здесь живут, как в основном называется, но очень такой серьезный класс, и раньше здесь асфальт типа хозяйств. Кстати, стали строить еще один дом, и рабочие на глубине 10 метров нашли эти отходы и прекратили стройку. Для города открылась правда, где было истинное строительство этих отходов. Свалка отходов. Вот такой вот район. Так вот. Вот. Снежная куча еще. Сейчас 31 марта. Двухэтажный гараж такой. Вот машина после аварии стоит здесь. Даже можно прийти, посмотреть, как она выглядит. Разбитая. Вот, а здесь СТО, здесь ремонтируют машины. Там как вот и машины донор есть. А так народ сушит белье. Так как у них нет здесь балконов, им нельзя иметь балконы. Так вот сушат белье в тот городке. Вот. Снежные кучи. Вот такой вот район городка, предназначен для жизни студентов. Расписной гараж. Побитая машина. Не, вон, стекла нет. Никак заменить не могут. Выбитое стекло. Вот
Вот, белого цвета видно. Вот это уже район стыни. Как это все выглядит. Это технопарк Алтай. Аллейка. Ну, на этом все.